Доброе утро, мои лапочки! Сегодня мы с вами готовим безумно вкусный кофе на турке Карт Ноа. Для этого мы приготовили турку, налили туда водички, не полную турочку воды. И нужно кофе перемолоть и засыпать. Перемалываем кофе и засыпаем. Перемололи и засыпаем 4 вот такие вот десертные ложечки. 4 с горочкой. Прям должно хватить. Не надо его делать сильно, очень, как сказать, густым, горьким. Мы сделаем таким средним. Вот. Засыпали и ждем, когда оно будет подниматься. И еще можно добавить совсем немножечко, кто любит, щепоточку сахара. Вот сюда. Ждем, мои рыбки. Ну вот, мои лапочки, кофе наше с вами поднялось. Отставляем. Можно вот наливать потихонечку, смотрите, вот так. Вот она, вкуснотища, натуральный кофе на турочке. Варите с любовью, мои рыбки.